3 сентября, город Новосибирск, площадь Ленина, протестная суббота. Татьяна Матвеевна вышла в свой очередной пикет. У нас сейчас в Новосибирске проходит выставка художника Сурикова. Привезли его картину «Покорение Сибири Ермаком». Татьяна Матвеевна, что вас побудило выйти в этот пикет? Меня побудило то, что Василий Иванович Суриков является потомком донских казаков из отряда Ермака. Узнаем из плаката, что в 21 году, 8 ноября, исполнилось 440 лет присоединения Сибири к России. И что Александр III в день 8 числа с 300-летия взятия Сибири назначил День Благодарения. К сожалению, в Новосибирске эти праздники не отмечаются, потому что мы не помним свою великую историю и не хотим ее знать. Россия, из темной глубины веков ты поднималась исполина, но золотые купола кому-то черный глаз слепили, пел Игорь Тальков. Но он верил, что пусть даже через 100 веков я вернусь в страну не дураков, а гениев, и спою на дне рождения страны, вернувшейся с войны гражданской. Мы до сих пор воюем между собой. Пора заканчивать, чтобы не потерять великую Россию. Татьяна Матвеевна, спасибо. Я абсолютно с вами согласен. Нам нужно ценить завоевания наших предков и нашу большую Сибирь, чтобы мы ее не потеряли. Конечно.